Что без стекол? Праздник, а ну рассказывай. Сегодня нашему городу Днепру что? Сегодня нашему Днепру день рождения. Сегодня у нас день города, мы идем гулять. Мы идем гулять, будем сейчас что-то покупать и кушать. Развлекаться мы идем, короче говоря, да? Да. Увидели красивые фонтаны? Да, два фонтана. Искусственные водопады, или как назвать. Так красиво. Решили остановиться и немножко поснимать. И сердечки, и арбузики. Все сердечки, блядь. Зайчика, мишку. Украинскую на русскую, русскую на английскую. Потому что Google переводчик, коли... Как водичка? Холодная? Холодная, Зофейка? Холодная? Такая. Такая. Ну что, пойдем до ручейка? Давай. Тут вечером красиво, такие красивые фонари светят. Красиво сделано. Так будь здорова. Девочки уже сюда приехали, давай сюда. Там Раульфор познавится. Снова набережная. И снова прогулки на катере. Красота. Просто я своим зрителям уже снимала набережную не так давно. Где-то около недели назад. Сейчас пойдем покушаем, да, Софийка? Да. Это же... Стрелы стреляют, бачишь? Софийка, а что ты кушаешь? Мороженое. А как оно называется? Космическое. Да. Вкусное, я попробовала, очень вкусное мороженое. Мне понравилось.
очень вкусная. Скрёстное можно всё. Да? Я говорю, скрёстное можно всё. Гости из морского места. Осторожно, только не впади. Гости из места Дніпра. Буй. А зараз будут з міста Одеси, друзі. Пошли. Класс.
Thank you.
Три клопа кортера. Я не выговаривать не умею. Их три, ты представляешь? Три! Представляю, только их кричи. Там два вообще. Вообще один. Глянь сзади сколько. Thank you.
відеове шоу. Як ви думаєте, сквер прибрежний, марш зелений гай або Єлисейський поля? Подумайте, вона відповідь до цієї команди. Прибрежний сквер, марш зелений гай або Єлисейський поля. Сквер прибрежний, ви погоджуєтесь? І це правильний! 3-1, дійсно, сквер прибрежний. Ось так виглядається шоу. Фантастично, гарно і дуже-дуже круто. Наступне запитання для вашої. Хотела снять видео, как мы с подругой пьем пиво, но понимаете, она уже свое уже выпила. Выпила? Это я вслух сказала. Выпила, маловато. Ну что за цены, дорогие? Повторим. Ты что? А что, дорогие, бокал 45 гривен стоит. 45 гривен, это золотое пиво, это должна косить сразу, понимаете, блин, и сразу... Что, бокал 0,5, 45 гривен, нормальная цена для нашего Днепра. Вы верите, что это 0,5? Тут не 0,5. 0,400, я скажу. 0,4. И то. Отлично. Все. Нас с днем города. Что, пойдем гулять? Вот и так, а как? Вкусно. На солоду, потом сразу. Окосело там. В общем, гуляем. Да. Уже вечер. Аленка, Алена дискотеку. Детей отправим в детский сад, а сами на дискотеку пойдем. Ну а шо? Нет, мы все! Давайте, молодежь! Идем, пойдем на дискотеку! Так что все! А мы по-твоему где? Почти на дискотеке. Да, да. И давай. Красивые девочки!